Ты сделал домашку? Какую домашку? Которую нужно сдать сегодня? Да, я сделал ее. Белуга, мне пришла записка от твоего учителя. Она хочет встретиться, чтобы обсудить твои оценки. Скажи нет, ПЖ. Все хорошо? Просрочено. Да. Скитл, красная тревога. Моя мама завтра в... Успокойся. В чем дело? Я не сделал ДЗ. Чел. Это всего лишь одно задание, мама тебя поймет. 59 заданий. Это типа... целый год. Как я могу наверстать упущенное? Ты можешь кому-то заплатить, чтобы сделали за тебя? У меня нет денег. Ты можешь ее отвлечь, чтобы она пропустила встречу. У меня нет оружия. Тогда тебе кранты. Время для плана Б. План Б? Сделать домашку. Шучу. Я буду. Ты не можешь этого сделать. Могу. Это незаконно. Это мой единственный выход. На следующий день. Спасибо, что пришли. Без проблем, как себя ведет мой сын? Белуга в неприятности, большой неприятности, видите ли? Мам, я хочу пить. Можешь принести мне воды? Конечно, сладенький. Маскировка надета. С возвращением. Где мой сын? Он с друзьями. У Белуги есть друзья? Заткнись! Ой, то есть, да. Он попал в неприятности? На самом деле нет, я хотела встретиться, чтобы сказать вам, как он хорошо справляется. Белуга выполняет всю домашку вовремя. И уважает всех учителей. Это замечательно. Да, у Белуги одни пятерки по всем предметам. Какой предмет вы ведете? Грамматику. Вижу. Как ваша бабушка поживает? Шо? Последний раз, когда мы встретились, вы сказали, она была в больнице. А, да, она умерла. Нет! Но я же видела ее в продуктовом сегодня. Ой. В нее ударила молния только что. А? По новостям показывают, но эта встреча окончена. До свидания. Секундочку. Я хочу проверить новости. Может, она выжила? Новости. Пропал учитель. Эксперты говорят, ее похитил Саси Кот, Саса Монгус. Он вооружен и опасен. Секундочку. Ты? Белуга был импостером. Покончи с домашкой, пока она не покончила с тобой.